поддерживаем. Мы с вами. Мы поддерживаем наших ребят. Ура! Ура! Для страны в целом, а не только для ракетно-космической отрасли. И решил посмотреть на месте, как это выглядит, в каком это сегодня состоянии. Поэтому заранее уже хочу сказать, что наверняка многие завидуют тем, кто здесь работает, поскольку стройка действительно очень важная и грандиозная.